Дорогие мои, немного эксклюзива. У Porsche вышла новая модель, которая скоро должна добраться до серии. И здесь происходит на Женевском автосалоне ее мировая премьера. Называется она, пока что рабочее название. Смотрите, мировая премьера Mission E Cross Turismo. И у нас есть весьма эксклюзивная возможность изучить этот автомобиль не только снаружи, как это делают все остальные журналисты, но и заглянуть внутрь. Что мы сейчас и сделаем. Посмотрите, вот по сути дела внутри мы можем видеть, как и в какую сторону будут развиваться интерьеры Porsche. То есть, в принципе, архитектура схожая с тем, что мы видим в той же новой Porsche Panamera, в новом Porsche Cayenne, но тут уже несколько другой уровень. Обратите внимание на панель приборов. Она теперь, разумеется, полностью цифровая. Ушли аналоговые приборы с концами. Очень концептуально выглядят сиденья. Даже коврики выглядят концептуально. Молодцы. Вот, казалось бы, мелочь такая, да? Коврики. Обычно им никто не придает никогда никакого внимания. Здесь же внимание было придано весьма успешно. Это у нас будет полностью электрический автомобиль. Мощность порядка 600 лошадиных сил. Оп. Так, давайте посмотрим теперь на этот автомобиль внешне. Итак, это получается, по-моему, микс. Да даже не то чтобы микс, а по сути дела это такая видоизмененная внешне Porsche Panamera Sport Turismo. Спереди ее, конечно, вообще прям не узнать. Причем, смотрите, они разбили, так скажем, оптику на несколько составляющих. Часть здесь, другая часть здесь. Ну и вот этими внедорожными шинами производитель дает понять, что это будет такой автомобиль, способный к бездорожью. Смотрите, как оформлена крыша. Ну и заодно, быть может, именно примерно так будет выглядеть Porsche Panamera Sport Turismo в рестайлинге. Так, друзья, давайте пробежимся по техническим моментам. Я тут себе выписал их и сейчас вам с удовольствием зачитаю. Ну, в принципе, ничего особенного, но тем не менее, чтобы вы имели в виду. Длина здесь 4,95, почти 5 метров длины. Ширина 2 метра, высота 1,42 м. Затем, здесь у нас суммарная мощность силовой установки составляет 600 лошадиных сил, максимальная скорость 250 км в час, и до сотни этот автомобиль поедет за 3,5 секунды. На одной зарядке можно будет проехать 500 км, и это, конечно, звучит очень и очень серьезно и прилично. Ну, как видите, друзья, сейчас все автопроизводители очень активно врываются в сегмент, в новый, в сегмент электромобилей. И, наверное, это говорит о том, что реально лет через 5, быть может, придется нам прощаться, если мы прощаться с классическими двигателями внутреннего сгорания, если мы говорим о каких-то топовых автомобилях, потому что все новые премьеры, которые мы видим, это в большинстве своем электрокары. Ну что, друзья, я думаю, в принципе, основную часть мы с вами проговорили. Все вам основное показал. Надеюсь, вам было интересно увидеть эту новинку вживую, одним из первых. Посмотрите, как красиво они спрятали за стеклом. Святые для большинства автомобилистов буквы Porsche. Какая красота. Еще раз финально давайте взглянем на интерьер. Смотрите, отдельный экран у пассажира. Просто шикарно. Друзья, большое спасибо, что смотрели это видео. Пишите в комментариях, как вам эта новинка от Porsche. Ставьте лайк. Ну, а я пойду еще что-нибудь интересное поснимаю для вас на автосалоне в Женеве. На связи.